Всем привет, меня зовут Влад, и сегодня я расскажу вам, как заказать фан-пак. Фан-пак — это своеобразный подарок федерации, спортсмена, клуба или же сборной для фаната, который не может, так скажем, добраться до какой-то далекой страны, до какого-то далекого спортсмена. В нем находится чаще всего фотографии или же несколько фотографий с любимыми спортсменами, футболистами, хоккеистами, т.д. и т.п. Также в фан-паке можно найти постеры, значки, футболки, бейсболки. Все зависит, конечно же, от клуба. Демонстрировать заказ фан-пака я буду на двух клубных сайтах: Монако и Боруссии Дортмунд. Ну и я думаю, нам уже стоит приступать к заказу нашего халявного набора. Как на сайте Монако, так и на сайте Боруссии Дортмунд мы находим слово «контакт», кликаем по нему, и здесь у нас вылетает анкетка, заполняем ее, имя, фамилия, адрес. В нижнюю строчку мы пишем «фан-пак», ну и пишем свой адрес. Также строчка адреса может быть немножко выше. Тогда заполняем его, вот сюда вводим фразу на английском языке, но если команда находится в России, то на русском. Вводим примерно что-то похожее на вот это вот. То есть, здравствуйте, я давний поклонник вашей команды, вашего клуба. Я хотел бы получить фан-пак. Если вы еще не указали свой адрес, то указывайте его немножко ниже в этой графе. Вот, в принципе, я и рассказал вам, как заказать фан-пак. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Ну а на этом все. Всем удачи и всем пока!